Всем привет, это Виталий, компания «Бостонтехник». И сегодня вашему вниманию я хочу предложить вот такую вот сеялку СЗ5.4. Биллинг Сельмаш, Астра 5.4, марка. Что я могу сказать? Абсолютно в рабочем состоянии, 2020 год. Вообще четенько. Есть небольшие сварные швы именно на маркерах. Все, вот два места. Но маркера — это вообще на самом деле болезнь у данных сеялок. Вот, так что полностью в рабочем состоянии. Последний раз она использовалась в этом году, весной, в связи с тем, что хозяйство купило посевной комплекс, очень такой серьезный, мощный, большой. Данную сеялку будут продавать. В наличии их три штуки на хозяйстве. Пока что вы можете выбрать. Сегодня вот я только первый день снимаю, буду выставляться. Показываю, да, что здесь, соответственно, тоже вот есть сварной шов. Все остальное, все сошники и так далее, все в идеале. Колеса твердая пятерка. Вот демонстрирую. Да? Цепи максимум подсмазать, даже шланги менять не нужно. Все абсолютно в рабочем состоянии. Вот смотрите, 2020 год. Ящики все целенькие, туковые, зерновые, ржавчины нет. Смотрите, состояние звездочек. В отличнейшем состоянии. Цена будет очень вкусная. Кто первый, того и тапки. Продажа будет с НДС. Ждем ваших звонков. Вот такая вот отличная сеялка у нас уже в продаже.